Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции провели профилактическую беседу с кандидатами в водители. Особое внимание уделили необходимости использования на одежде световозвращающих элементов в темное время суток. Они помогают пешеходам стать заметнее на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения ДТП с их участием. В заключении встречи дорожные полицейские порекомендовали ученикам автошколы быть вежливыми на дороге и вручили им тематические листовки.